Ну вот, бегу я, как всегда, Свен, ждун и бегун. Короче, иду, там и ждет важные люди, и телевидение должен быть. Короче, идем выбирать. Но... Паспорт. Я брал свой паспорт с собой. Выбрал участок рядом с домом и в сопровождении друзей по мотоклубу «Ночные волки» пришел на избирательный участок. Бывший гражданин Германии, а недавно ставший россиянином Свен Марко Марио Кун, в России проживает уже 20 лет. Но полноправным участником выборного процесса стал впервые. Момент торжественный и очень важный. Я всю ночь не спал, честно говорю. Это мой первый выбор и волнительно. Как бывший европеец, который живут уже 20 лет в России, на самом деле, это, меня это важно. И я хочу быть примером для своим сыном, своих детей, которые я учу, и всем, которые, возможно, сомневаются. За 3 дня гражданам необходимо определить будущее страны на ближайшие 6 лет. Это ответственный шаг, который должен сделать каждый, у кого есть право голоса. Я сейчас в кабинке и вот ставлю свою галочку. Могу рисовать что-нибудь. Ну все, показывать не буду. Тем более, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов, не обязательно идти на участок. Доступно дистанционное электронное голосование. Нельзя быть неучастным, надо обязательно прийти и проголосовать. Каждый голос каждого из нас, он меняет. И мы сейчас определяем, что нас ждет впереди. Надо поддержать нашу страну и надо пройти выборы. На участке 12.42 вместе со Свеном с момента открытия УИКа и до полудня проголосовали уже более 100 человек. Ну все, все сделаем. Вот это кабинки. Очень вежливые люди. Я даже шоколадку получил. Вот. Но где-то здесь еще камеры и так далее. И все как должен быть. Идите выбирать и делайте правильный выбор. Вот так, дорогие друзья, это было. И никак по-другому. Меня никто не заставил. И, ну, за спину стоял из калашников и говорит: иди, голосуй за ВВП и так далее. Ну, как это на Западе, наверное, мечтает, как это сделается. Все было приятно, я заходил, поставил свой подпись и, ну, что это действительно я, общался с людьми и поставил свой галочку. Ну, я думал, честно, там что-нибудь рисовать, но не стал. Так что это было только начало. У нас 3 дня выбора. Это первый раз вообще. Вот. Чтобы все могут идти и сделать свой галочку. Как мой друг и брат сказал, Рома, это важно. И я это уже сказал сегодня. Это важно. Каждый голос важно. Идите, сделайте семейный праздник. Я сейчас буду открывать баночку пива и налить себе рюмочку водку и буду праздновать свой первое голосование. Вот. Если что, вы знаете, пишите это в комментариях, или, ну, вы знаете, у меня есть свой телеграм-канал, туда можно тоже писать, если что. Это был Свен Свенсон, ваш русский богатырь и главный инфотеррорист. Прошу прощения, вот она. Это шоколадка я получил
за свой первый выбор. Вы знаете, как приятно это. Завтра с Эриком будем есть шоколад. Пока-пока. Ваш Свен Свенсон. До следующего видео. И победа будет все равно за нами. Не забывайте об этом.